Суфле куриное. 6 порций готовится 40 минут. Продукты. 350 грамм куриного филе, 6 яиц, столовая ложка манной крупы, 100 грамм сливок, 50 грамм сливочного масла, 2 столовые ложки бульона. Филе куриное отварить до готовности охладить. Пропустить филе и охлажденное сливочное масло через мясорубку с мелкой решеткой. Белки отделить от желтков и взбить в крепкую пену. К прокрученному мясу добавить желтки, сливки и бульон. Взбить смесь миксером. В смесь аккуратно добавить белки и перемешать. Выложить в смазанную маслом форму и запечь в духовке при температуре 180 градусов в течение 25 минут. Затем аккуратно нарезанное суфле можно добавить в куриный бульон.